Пальцы так придерживаешь и поворачиваешь. Видишь, чуть-чуть. Еще зелененькое чуть-чуть. Уже старые краски. Ну ничего страшного. Нет, некоторые из них лучше с уксусом. Они прям говорят там, какой лучше. Ага. Разводить с водой. Вот этот вот розовенький, да, хорошо с водичкой, они говорят. Ага. А там какой-то другой лучше с уксусом. Ну, видишь, его и краски тут не совсем. Да. А, мамочка, там есть же еще вот. А какой остался? Так, сейчас Лизонька синенький. И еще там посмотрю, какая там еще краска есть. Хорошо? Фиолетовый не был. Что? Там был фиолетовый. Сейчас еще поищу. Фиолетовый! Сейчас, да. Лизонька, поищу. Какой тут у нас есть? Фиолетовый еще есть. Вон, да. И коробочка, видишь, за ним? Вот фиолетовый. Вот, есть. Вот. Да. Ага, посмотрите там. Это у нас зелененький или синий? Зеленый, он такой. Синенький. Мы можем зелененький что-то добавить между. Еще. Добавим еще красный? Да, красочный. Зелененький. Давай, добавим еще. Да, прям много, как хотите. Посмотрим, может быть, будет полосатый. Да? И сейчас розовенькую можем добавить. Добавим еще цвета розовенькую. Хочешь Лизника, может, Лиза? Лиза, можешь надо? Да. Тут надо же туго. О! Вот, хорошо. Хорошо. Сейчас красочка разойдется. И посмотрим, как будет. Да? Так, Лизонька, смотри, еще есть. Ты давай, Лизонька, помешаешь? Я не знаю. А есть желтенький. Мы желтенький еще сделаем. Можно. Желтенький делали. Да, не делаем. Надо. Сейчас сделаем желтый. Разные яйца будем делать. Конечно, разные. Пасхальные. Пасхальные яички у нас, да? Пасхальные. А я все это желтенькое. Конечно. До следующей Пасхи еще. Мамочка, может, ну, чтобы, может, она сама что-нибудь подавит? Даже она не туго-туго. Да? Туго. Ну ладно, ну тогда пусть она хоть яичко тогда пусть отпускается. А он же горячий очень. Ну ничего, может, его мы остынем? Конечно. Она пусть там вот так немножко размешает ложечкой. Мамочка, может, ну пусть она. Бабаня! Можно ей на тарелочку остудить? Сейчас. Что можно делать? Угу. Сейчас, Лизонька, сейчас. Сама яичко опустишь. Да, хорошо? Конечно.